Здравствуйте, меня зовут Леда, и сразу маленькое предупреждение. Все, что вы далее услышите, это не более чем валяние дурака и безобидная песенка. Но, впрочем, она написана под впечатлением от реального стиля игры одного моего знакомого, так что можете представить, действительно есть такие люди. Итак, песня о Миде. Из школы я пришел, все очень хорошо. Пришел и сразу доту запустил. Я пикаю броду, ракую на миду. И ясен хуй, что мид я все же слил. Тауэр из андер атак, у всей тимы рвет пердак. Все в чате пишут рак, а я опять ливнул. Я вновь игру нашел, все снова хорошо. Я точно затащу на этот раз. Когда пришел на мид, то на миду был слит. Но в том виновен Рубик, пидорас. Тауэр из андер атаку, все тимы рвет пердак. Все в чате пишут, ты рак, а я опять ливну. Репорты на меня, обычная хуйня. Их сыпется по тысяче на днём. Но это не беда. Ведь вид есть и бруда, я стилю своему не изменю. Yo, middle tower is under attack, у всей тимы рвет пердак. Все в чате пишут, рак, а я опять ливнул.